Арнольд. Ой, лизоблюд маленький. В десна бахался с Машкой. Все, теперь не отвертишься, жениться придется. Да я скажу с удовольствием. Да, Арнольд? Ну, давай. Ладно, скажи, тебя умою. Что-то вы скажи, все неумытые. Ну, какой-то прям чистый. Маш, я, говорит, не поняла. А ну, иди сюда, моя блоха. Смотри, ревнует. Так, успокойся, говорит женщина. Ой-ой-ой-ой-ой. Маша, ты так умеешь. Ой, ой, как Илюша. Ты у Илюши научилась молиться? Ну-ка еще раз, Маш. Мария. Маш. Маша. Че улыбишься? А? Че ты улыбишься? Ай, серьезная вроде собака с виду. А вот с этого виду что-то не очень серьезное. Да, да, молодец. Ой, правильно. А то что один Илюша за всех молится? Маш, молодец. Так скажи, а этот приспособился, слышь, там под шумок. Арнольд, бессовестный этот. Маш, что это такое? Ты себя достойно уже не хаищи-то. Коза этот тем недостойный, да? Много не ест, места много не занимает. Да, Маш? Же я по обстановке скажи, да, Маш? Какие массы.